Остров Брач – третий по площади из островов на Хорватской Адриатике. В длину он 40 километров, а в ширину – 12. Сопетар – столица острова, его главный город и морской порт, который находится на севере острова напротив Сплита и связан с Большой землей паромным сообщением. Дорога по морю занимает 1 час. Брач утопает в зелени густых сосновых лесов, оливковых рощ и виноградников. Неудивительно, что и местные жители, которых на острове около 4000, в основном заняты в туристической сфере, рыбном промысле и виноградарстве. Здесь также производят оливковое масло, добывают и обрабатывают белый брачский камень. Летом работает свой аэропорт. Остров был заселен со времен неолита, а в IV веке до н.э. на Браче были основаны греческие поселения. В следующем веке остров перешел под контроль Рима, и в далеком прошлом здесь строились виллы римских вельмож. До сих пор на острове ведут археологические раскопки. Затем Брач не раз попадал в разные руки, пока в 1990 году остров не стал частью независимой Хорватии. Сегодня Сопетар скорее курортный город. Он интересен как памятник средневековой архитектуры. И здесь предусмотрено все для хорошего отдыха.